В общем, приехали мы в Чайковский. И теперь мы не знаем, на чем ехать до биатлона. Автобус с надписью Чайковский. Биатлон только что уехал. Очень интересная ситуация. Мы сели на автобус, оказывается, он перед прямо этот вокзал. Все, сейчас мы увидим Шипулька, и кажется, мы сейчас на сердце. А вот и я, у нас тут мини-фан-клуб Шипулька. А еще тут везде вот такие плакатики. Здравствуйте. Хорошо. О, как нет. Мы уже на зрелищно-развлекательном мероприятии. Ух, тут движуха бешеная какая-то. Мы только что проходили тестики про чемпионат мира. Несмотря на то, что это всего лишь чемпионат России по летнему биатлону, сегодня бегут очень-очень крутые. Чуфарова, Юлова, Верлайнин, Старых и так далее. Каишева бежит. Сегодня спринт, и он начнет через 15 минут. Сердце бьется быстрее. Веселуха бешеная. От добра к добру от тебя. Едет. Акимова. Старых, это было 38. Чуфарова на первый белорубеж едет. Юрлова. Это я сменила позицию, чтобы был динамичный кадр. Давай, давай, Ульяна! Каишева финишировала первая, вторая Телицына. В общем, Удмуртия сегодня в топе. Все потому, что мы приехали. Каишева первая, Телицына вторая, Верлайнин, Рестова, Слезко, Юрлова. Не зря мы приехали из Ижевска. В общем, закончилась женская гонка. Мы очень-очень сильно замерзли. Сейчас будем искать место, где согреться. Первая Каишева, как я и говорила, я за нее болела. А вот он за нее мы не болел. Самый активный болельщик. Да. Юрлова шестая. В общем, они все большие молодцы, но Удмуртия просто... Теперь и болеем за Поварницына, если он бежит. Лена Каишева фоткается. Анастасия Загоруйко. Но мы решили не фоткаться, потому что мы женские сфоткались. Цветков идет на... И другие спортсмены идут на пристрелку. Елисеев. Я вспомнила кое-что. Ой, Елисеев тоже. Моя предыстория. 2014 год. Олимпиада. О, Елисеев проехал. Все. Так вот, 2014 год Олимпиада. Я влюбляюсь в биатлон, иду на базу. Шипуль, через год я решаю, что я буду спортивным журналистом, потому что я полюбила Трифонова и его репортажи. И вот сегодня я увижу Шипуль, ну, точнее, мы его уже видели мельком. И просто дыхание сперло, мы не смогли говорить, не смогли пить. И сейчас будет гонка, и мы еще раз увидим их всех. Тут все, и Малышка, и Гаранчев, Шипулин, Цветков, Бабиков, Елисеев. Можно бесконечно перечислять, в общем, самые крутые звезды. Что идет? Шипулин пошел, вот это прикол. Прости, пожалуйста, что я тебя снимаю, но вас... Мы с него болеем. Рассказываю историю. Выходят все спортсмены. Гаранчев, Малышка, Цветков. Никто ничего не говорит. Все стоят, молчат. Типа, мы вас верим, но мы молчим. И они такие тут напряженные. Выходит Шипулин. Мы собираем всю смелость в кулак. Кричим удачи. И оказывается, можно кричать удачи. Они спортсмены очень благодарны. Им очень это нравится. И нам теперь стыдно, что мы больше никого не поддерживали. Вот и с ними. Здравствуйте. Цветков. Слушай, это классно. Стоим, смотрим на мужчин и всех узнаем. Совершенно другой уровень. Вот женская тоже гонка хорошая, но здесь даже просто пристрелка уже крутая. Шипулин, Малышка, Бабиков. Вот они все вместе. Да, он 31-й же. Вот да. Они вместе и катаются. Ура! Мы их увидели. Гонки 15 минут, а он говорит, я сейчас с собачкой тут погуляю, на трассу ее выпущу. Как бы собаке можно на трассу, а нам нет. Вот такое вот замечание. Кстати, людей стало очень много уже на мужской. Я снимаю сзади, потому что мы вот тут вот стоим. Рябов несется. Две Елисеев едет. Давай, давай, давай! Антон, давай! Yeah.
Бабиков тоже на ноль. Типа, какая прелесть. После второго огневого рубежа Бабиков 10 секунд проигрывает Елисееву. Вот такая ситуация. Лыжка. 70. Антон Шипулин. Сейчас посмотрим, там в оранжевом. Давай, Антон! Это Бабиков, если что. Бабиков. 23-17. Ага. А чуй, какой он? Он первый, я вижу. Что там такой мощный поднимается? Угадали. Это Антон Чапулин. Нет, дыхание скоро. Вживую смотреть. Антон! Стоят телефоны, потому что Антон Чапулин подъезжает. Оп, оп! Давай! Антон, давай! Даже не поняла, сколько промахов сделал Шипулин, но похоже... Судя по реакции, много. Похоже, много, да. Смотрите, как близко! Блин, давай, ты сможешь все равно. Все. Шипулька! Давай! Антошка! Давай! Ух, не могу прям. Крутой. Ничего не поняла, но, по-моему, Шипулин без промахов. Да, мимо что-то молят. Шипулина! Он не устал. Волков идет на синий, давай! Кашпирович, да. Я только что с ним поздоровалась. Нравится мне это все. Молодец. Хорошо. Ох, Максим Цветков. Раздает попад, уже заготовленный. Да? И Волков пришел раздавать фотографы и фоткаться с людьми. Вот так это все происходит. Максим, девчат, Максим! Сейчас я, если они меня не создают. Боже, о, блок! Меня тоже. Что эти люди хотят, я и не понимаю. А на заднем плане Антон Шипулин раздает автографы. Антон! А мне? Блогеры. Огромная толпа фотографируется с Волковым и Цветковым в то время. Первый Елисеев, второй Латыпов и третий Бабиков. Сложно выбрать здесь. Раздают автографы и фотографируются одни. Там награждают других. За второе место награждается Латыпов Эдуард, Республика Башкортостан. Иван Черен награждает. Призеры награждаются цветами, медалями и также дизайнерскими украшениями из гильз от Анны Масловой. Стал без фотки. Вот там Максим Цветков. Ой, да. Вы видели? Вот Антон Шипулин вышел. Сейчас. Кстати, выглядит еще лучше все. Вот такая вот история. Держись. Похоже, вот так вот. И он стоит. Ой! У нас тут фан-клуб. Не зря вам говорю, у нас дома всегда фан-клуб Шипулин. Победите на Олимпиаде, пожалуйста, всех, мы очень вас верим. Ну, Антон Шипулин уже минут 20 фотографирует. Всеми дает автографы.
Спасибо вам за гонку большое. Все, вот все закончилось, все уже разъезжаются по домам. Все уже спортсмены уехали, мы тоже сейчас поедем домой. Один из самых лучших дней в моей жизни, еще один. Это очень круто увидеть живую всех биатлонистов. Если у вас будет возможность приезжать в Чайковский, обязательно приезжайте, смотрите, это очень круто. Давайте вместе смотреть зимние виды спорта, олимпиаду, болеть, переживать, потому что наши спортсмены самые лучшие. Несмотря на результаты иногда, они просто очень-очень крутые. Могу перестать снимать, потому что это слишком очень круто и слишком много эмоций. Сейчас главное уехать как-то в Ижевск. Пока не знаем как. Пешком дойдем, если что, вообще ничего страшного. После такого сил очень много, это очень вдохновляет.